Всем привет, вышло новогоднее обновление Billy Wants to Play. Давайте его проходить. Стартуем. Возьмем призрак, чтобы нам Билли не помешал это сделать. Интро пропускаем. Подсказка, если кинуть предмет на кровать или диван, он не издаст шума. Это очень важная подсказка, кстати. Часто мы за шумой проигрываем. Привет, дружок. Пропускаем. На этом у меня все. Да начнется же игра. На этом у меня все, потому что я пропустил. Иначе он бы долго говорил. Да, в игре есть интересный момент, то, что можно брать предметы в разные руки. В отличие от других игр. Открытка нам пришла. Счастливого Нового года, мой друг. Нам Билли даже открытки присылает. Три шарика, что означает, что у нас осталось три жизни. Смотрите-ка. Появилась теперь GPS-карта. Палата. Кровавая капелька, это я. Подберем ключик, давайте левой рукой. И он у нас в левой руке. Можем его выкинуть и взять правой рукой. Давайте возьмем в левую. Применяем. Влетел призрак. Ой, новогодняя музыка, кстати. Она только в нашем кабинете или нет? Давайте сейчас смотреть на карту. Ах, вот как. Теперь мы карту рисуем сами. Отлично. Это минус третий этаж или третий? Так, давайте везде походим. И карту заполним. Еще раз смотрим. Генераторная. Хорошо. Ох ты, так это ивент. Подождите-ка, или что? Что это такое было? Что за носочек? Это просто новогодняя атрибутика, похоже. В шкафу ничего. Здесь отмычки. Забираем. Сегодня проходим на призраке новогоднюю версию Billy Wants to Play. Радио. У него вместо биты теперь сахарный леденец. Какая доска у нас опасная. Чтобы это узнать, надо за Билли, что ли, было идти? Смотрите, не сломалось. А если пойдем по правой? Такие раз, в сторону. Йоу, назад. Я вернулся. Выжили. У нас есть три отмычки. Так, какой этаж? Минус четвертый, то есть мы спускаемся все ниже и ниже, и каждый этаж мы можем прорисовать. Вот это большой плюс. Вниз нет смысла идти, потому что у нас нет шуруповерта. Давайте сейчас направо. Что здесь? Желтый пропуск в левую руку. Аптечка. И больше ничего нет. Здесь должен ездить робот. Он это и делает. Что у тебя? Оленьи рога, смотрите-ка. И по краям дротики торчат. Канистра есть. Очень много есть способов пройти игру. Не работает. Так, правее. Намного. Не по этой линии, скорее всего. Йоу, сломал одну. Вот, допустим, здесь. Оранжевый. Левее. Все, зеленый. Открываем. Нашли предохранитель. Так, у нас карточка выпала. Давайте в другую руку ее возьмем. Все-таки руки у человека всегда две. Кинопроектор. Написано, они проиграли, я выиграл. Это врачи, которые лечили Билли. Но, похоже, он их всех потом устранил. Вот как, смотрите, было-то. В The Lost and I Won. Что у нас в сундуке? Смотрим. Оранжевая сразу. Светло-зеленая и зеленая внутри. Ничего. Вот так подарок. Так, предохранитель нам нужен? Пока не знаем. Идем дальше. Так, это не предохранитель ставится. Мне нужно включить электропитание. Это у нас голова. Ох ты, вот как. Смотрите, паутина. Мне нужна зажигалка, ура. Даже есть новый ход. Отлично. Вот сюда мы сами пойдем. Вскрываем. Давайте опять налево. Сразу сломал. Но есть еще одна. Мне нужно две отмычки почему-то. С ним взаимодействовать нельзя. А так и написано, что это минус четвертый этаж. Этаж минус 4. Кабинет. Еще бы отображалось, что мы здесь нашли. Чтобы мы не забывали. Вот, допустим, я здесь нашел канистру в соседнем кабинете. И так бы отметили, что найдена канистра. Робот очень шумный. Вот, канистру нашли. Если мы с ней взаимодействовали вот так, взяли ее, и, допустим, бросили, то тогда она отобразится уже на карте. Мы помним о ней. Так, ну теперь карточка не берет, смотрите. Все, еле как дотянулся. А почему такой быстрый?
Я мега быстрый. Спрей от тараканов. Внутри шкафчика ничего нет. Будем все по очереди применять. Здесь нужен желтый ключ, а не желтая карта. Опять-таки носочек. Спрей, зеленая карта. У нас отмычек нет. Капканы. Не попадаемся специально. Но их можно закрывать с помощью предметов. Допустим, бросить предохранитель. Закрылся. Перебежит, конечно же, сюда Билли. Йоу. Ладно, хоть мы не сталкиваемся с ним. Что у нас в подарке? Оказалась зеленая карточка, которую мы только что видели. Это ж супер. Но может оказаться и капкан. Да, вот он и оказался. Давайте сбросим, рискнем. А предохранитель, кстати, мог упасть вниз. И что бы было, я не знаю. Даже проверять не хочется. Спрей и еще один предохранитель. Давайте предохранитель тогда здесь оставим. Я тебя вижу. Так, его выбросить не давали, смотрите-ка. Все, сейчас дали. Забираем зеленую карту. Именно левой рукой. Все, у нас теперь в каждой из рук есть по пропуску. Не сюда. Красный ключ, с виду не опасный. I can see you, я тебя вижу. Нам нужны отмычки. Их, конечно, мы с вами так просто не найдем. Нашли шуруповерт. Я тебя найду. Вот клей, нам сегодня клей не пригодится. Комнатки, так, а где отмычки-то? Ножовка есть. Желательно применить уже пропуска все. Здесь нужна желтая карта. Применяем. Далее клей. И отмычек у нас более нет. Одна отмычка есть, все. Красный пропуск нашли. В столовку зайдем. Здесь есть пицца для обряда, элемент головоломки. И закрытый сундук. Давайте снова слева. Самый левый. Нашли ключ от генератора. Все, теперь остальные карточки применяем, чтобы нас руки не были заняты ими. Зеленый ключ. Подарок. Внутри оказался капкан. Контрольная комната. Мне нужно ввести пароль. Мы его пока что не знаем. Еще шкафчик. Так, кстати, а шуруповерт? 5:30. Это нужно на часах ввести. 5-4-3-6. Почти что 3-4-5-6. Также необходимо будет найти зажигалку, чтобы попасть в новую область игры. А, там еще решетка была, понятно. Не скидывается? 500 миллионов. Решетка 5-4-3-6. Открылись. И все на замках, да? Можем выключить электричество во всем здании. Можно сыграть в мини-игру, тогда откроется сейф, и там, скорее всего, будет часть маски. Можно добыть арбалет. Вырубили свет везде. Здесь что у нас применяется? Ничего. Зеленый ключ, отмычка. Даже три штуки. Так, что нужно? Зеленый ключ или зеленый пропуск? Что важнее? Давайте зеленый ключ. Да карточку я больше никогда не найду тогда. Ключ сюда. Карту подняли. Зеленый ключик. Здесь что? Так, я зря вырубил свет-то. Теперь самому же ничего не видно. Все, спасибо. Нам включили его. Красный ключ. И желтый ключ. Все, это ключная комната. Запоминаем. Здесь все есть. Подарок. Внутри ничего. Библиотека. Книжка розовая. Но ритуал мы сегодня, скорее всего, проводить-то не будем. В шкафчиках ничего нет. Ух ты. Это клей. Ух ты, зеленый пропуск нужен. Здесь тогда и оставляем ключ. Применяем. Ключ мы сами не откинули.
Зеленый ключ. Время было 5:30, вроде бы как. Часы 5, время 30. Нашли старинный ключ. Здесь зажигалка есть. Зажигалка. Так, зажигалка. Мы, допустим, ключ выкидываем в этом месте. Потом уже, конечно, не найду. Смотрим на карту. Почти что везде были. Точку поставили и побежали к ней. Она будет светиться через стены. Нам нужно с вами спускаться в подвал. Ах ты, зеленый ключ, прикол. Все, зажигалку оставляем. Тем же маршрутом обратно. Нашел тебя. Открылись. Зажигалку успел взять. Есть спрей. Сундучок. Кстати, а если нам все повыкидывать вообще в коридор? Вот, допустим, на свет. Видно? Отлично. Будем на свет бросать. Если что, буду ориентироваться по свету. А вот теперь самое сложное. Найти тот самый подвал. Нам всегда показывают, где мы находимся в данный момент. Но раз в игре очень много предметов, я могу просто забыть, в какой комнате видел тот или иной предмет. Вот канистра, допустим, здесь. Опаливаем. Просто пали сделали. Интересный эффектик. Так, паук. Мне нужен секретный ключ. Секретный? Это тот, который был в часах? Открываемся. Налево. Направо. Йоу! Сломал. Давайте вот здесь. Так, нет, лучше это гальве. Кирка была. Но зажигалка, скорее всего, уже не нужна. В левой руке кирка. Секрет ключ. Теперь ищем часы. Мне нужен бензин и стартер генератора. Так, а что если нам бензин сразу залить? Давайте вспомним, как это было. Не то. Не то. Прикол. Бензин был недалеко. Заливаем. Все, уже канистра точно не нужна. Кирка может пригодиться еще. Залим Билли. Нам нужны часы. Ох ты, здесь желтый ключ. Но желтый ключ находился в классе информатики. Это надоело нас пугать. Класс информатики. Тоже не помешает. Разбили, здесь же оставили. Есть дробовик. Осел. Давайте возьмем ключ от выхода на всякий случай. Ключ от выхода, туда же его и отнесем. Так, Экси где? Не вижу. Наша комнатка. Здесь что? Красный ключ, но не он. Все, мы близки. Красный ключ тоже здесь. И оставляем прямо на свечении, чтобы не пропустить. Что было в данной комнате, кстати? Мы еще один сундук не открыли. Вау, светло-зеленый сразу. Почти джекпот. Пусто. Анти-джекпот. Так и бегаю с красной карточкой, потому что у нас красная дверь внизу. Здесь что было? Скорее всего, лом. Вот он, да, я его сразу выкинул. 5:30 применили, ищем часы Билли. Класс информатики. И красный ключ тоже. Да нам, в принципе, красная карта не нужна. Клей, да ладно. На. На свой клей. Да йоу. Билли приклеился. У нас два ключа есть. Билли сюда. Клейся. Билли застрял примерно на 5 секунд. Очень мало, мы клей берем 5 секунд. Лучше секунд на 10 его останавливать. Так, красный ключ, с виду не опасный. Ты какой ключ? Секретный? Ах ты, он старинный ключ, а не секретный.
А вот это уже интересно. Скорее всего, старинный ключ тебе не поможет. Так, нам вниз не нужно. Теперь ищем подвал. И нам вниз. Ох ты, желтый, ес. Нашли желтую комнату. Здесь что было? Ничего. Сыр есть. Еще один сундук. Красный сразу. Красный сразу. Йоу, ничего себе. Самая левая. Да, кстати, самая левая и была правильным. Ничего. Эта комната оказалась пустой. Попробуем применить старинный ключ. Возможно, он является одновременно и секретным. Но это маловероятно. Голова. Кстати, ее можно устранить из дробовика. Секретный нужен, да. Немножко похоже на слово гифт. Является ли дробовик старинным ключом? Я, кстати, ничего не выкидывал. Шуруповерт есть. Электроотвертка. Так, теперь ищем ход вниз. Еще один сундук. А, все отпало с первого раза. У тебя что? Клочок бумаги есть? Магические символы. Вот они как раз таки были на секретной двери. Так что? Нам нужно провести обряд. И тогда мы получим ключ, видимо. Магические символы, пицца. И три куска. Так, часть маски. Но она, в принципе, не нужна. Да, это стандартный побег. Мне нужна кирка. Билли пробирается. Комната управления. Сестринская. Прямо и направо, допустим. Да надо просто запоминать, какие комнаты мы посещаем. Вот, допустим, какая из комнат у нас считается той, в которой мы маску собираем. Как она называется? Ножовка. Комната-ножовка. На свет. Возьми свет. Просто секта. Так, мы не в секте случайно? Клей, не то. Да, нужно разбираться очень серьезно. Здесь что? Красный ключ. Вот я его просто выкинул и забыл, где он находится. Вот где красный ключ? Маска. Здесь мы находили... Вот он, красный ключ, прикол. Все, хорошо. Как ты называешься? Смотрим. Это кабинет. В кабинете часы. Здесь собирается маска. Первая часть есть, вторая добывается из сейфа. На компьютере. Здесь что тоже, смотрим. Усредненно влево. Ничего. Тут правее. Уже лучше. Сломали. Вот теперь и не знаем даже. Зеленая. Ничего. Дневник нашли. Можно почитать, но не хочется. Тут вся картина собирается. Также нужна пицца. Зажигалка, кстати, нужна, чтобы поджигать свечи. И только тогда мы с вами добудем секретный ключ. Возможно, маска пригодится для решения головоломок-то. Что здесь я оставил? Все, теперь за красным ключом его сразу применим. Да нет, все равно ориентироваться не получается, неудобно. Что-то не то. Часы. Где вот красная дверь теперь? Вот я все, бежал и опять ее потерял. Ну нереально. Никак вообще не найдешь. Откуда я знаю, где у нас дверь для красного ключа? Вот как ее найти? Я просто кругами бегаю. Либо надо в комнатах метки ставить. Вот нашел как-то. Часть картины, ничего. Так, бежим тогда обратно в ритуальную комнату. Я, кстати, не посмотрел, как она называется. Так, может нам к кабинету бежать просто? А, ну прямо, значит. Может даже и научимся ориентироваться. Это кабинет? А ты как называлась тогда? Палата. Ах ты, палата. Ну... Чем-то похоже на палату. То, что есть больничные койки.
Также еще я картину находил в вентиляционном ходу. Но в каком, не знаю. Ну-ка, открываем тебя. Пусто. Это код. У нас 3 отмычки. А все равно все сундуки открываем. Да, центр половины левой, центр половины правой. Все понятно. Работаем справа. Левее. Еще левее. Нашли молот. Но у молота те же функции, что у кирки. Левая половина. Половины. Правая половина. О, не знаем. А нужны 2 отмычки. Все понятно. Можно сказать, шанс упустил. Кувалда. Мы сейчас с вами тогда будем искать... А, давайте на ключ переключимся. Вот она, ура. Кувалда. Давайте тогда на видном месте. Часть картины. Обратно бежим. Сейчас смотрим по карте. Нам нужна палата, то есть прямо и направо. Кстати, может быть и научимся сегодня ориентироваться. Прямо и направо. Не то. Теперь то. Осталась последняя часть картины. И зажигалка, она находится внизу. Нам нужны подвалы. Так, не здесь. Это кабинет. Мышка. На тебе сыр. На. Сейчас будет трюк. Сальто. Поблагодарила, видите, трюком таким машинным. Тогда пиццу подбираем. Забираем часть головоломки. Эти все комнаты нужно теперь будет запоминать. Ищем разломанную стену. Нашли. Первая частичка поставлена. Этой головоломки не хватает деталей. Теперь. Нам нужна палата. Ничего себе, как мы далеко. Теперь налево и прямо. Очень долго. Прямо и направо. Нужна палата. Это кабинет. И следующая палата. Ставим кусок пиццы. Куда? Бросаем. Видимо, Билли придет. Ой, все. Подбирать нельзя. Выброшен правильно. Йо. Это что значит? Пицца исчезла. У нас теперь руки пустые. Да, давайте тогда маску соберем. Все, еле как нашел компьютер. Играем. Комбо просто. Все в них, смотрите. 95 очков. На. Надо побить рекорд в 100. Часть маски забрали. Это комната управления, самое главное. Хорошо, нам нужно попасть в палату. А, так все, до палаты это прямо. Прямо. Карточка красная. Нашли тебя. Зарядили деревянная маска. Help. Помоги. Есть лом. Мы с помощью маски также видим и предметы. Потерянные. Ну-ка. Здесь что-то ставил, видите? 2 предохранителя. Дальше. Да пока что до эксита. Оставляем. Мне нужна зажигалка. Я ее потерял. Так, вижу, 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 вижу. Ты кто? Это спрей. Все, пока что бегаем в маске. Help, помоги. Так, ты кто? Кукла, смотрите-ка, так я вас могу спасать. А, нет, не могу. Мы просто жертв видим. Так, и здесь у нас арбалет, скорее всего. Да. Мерцает арбалет. Нашли клей и жертв. Тоже все не то. Это Билли так ходит? В виде зеленого дыма.
Это Билли ползет, ура, мы видим его. Бежим вместе, нам по пути. Да неплохо, дымит. Дымит, как мистер Мит. Так, смотрите, я зажигалку просто выкинул и забыл. Вот так не делайте. Старайтесь запоминать. Здесь секрет. А, вот как нам дадут секретный ключ. Дневник, ну-ка. Все, давайте передохнем. Йоу, не скидывать. Вот еле выжил. Что здесь? А, вот куда ты упала-то. Ура. Спасли зажигалку. Йоу. Не ожидал его здесь увидеть. Теперь до ритуальной комнаты. Вышли на нужный этаж. Нам нужно сейчас прямо направо и по кругу направо. Направо. Еще раз направо. Похоже. Теперь прямо до упора и направо. И направо. Антиэксит. То есть антиэксит. Колонка. И следующая комната. Поджигаем свечи. Мы уже близки. И вот теперь зажигалка более не будет нужна. Но оставляем в месте, где мы и применили ее. Так, подождите, у меня же нет сейчас отмычек, получается. А осталась последняя часть карты. Как ее достану-то? За просмотр рекламы получил отмычки. Вот, мы так проверили. Дальше. Очень осторожно. Сразу зеленая. Идеал. Часть лестницы не то. Смотрим, какие у нас сундуки еще не вскрыты. Ты не вскрыт. Ждем, есть ли здесь предмет. Ничего не светится. Так, кувалда не нужна. Так, вот и отлично. Будем искать невскрытые. Но здесь же арбалет, точно. Да, его не вскрываем. Дальше. Здесь мы, кстати, проверяли, там ничего не было. Комната Билли. Здесь аж два предмета. Взламываем с первого опять. Ты наш подарочек. Рисунок нашли. Это подсказка. Вот, что мы хотя бы нашли-то. Часть головоломки. А как эта комната называлась? Здесь предохранитель не нужен. Я уже забыл. Которую мы киркой разбивали. Это не сюда явно. Давайте назад. Только путаю Билли, видите? В принципе, можно научиться ориентироваться-то по карте. В идеале, конечно, лучше, чтобы она была на экране прямо. Ах ты, близко стена должна быть где-то. Не здесь. Вот она стена, ура. Нашли. Зарядили. Решаем. Нужно просто поразворачивать символы так, чтобы получилось open. Это easy. Это даже не пятнашки, кстати. Open. Часть картины есть. Все. Мы близки к прохождению. Но очень долго бежать. Прямо и направо. Пока что прямо. И направо. Маска помогла. И помогла карта. Для более быстрого прохождения. Так, дальше. Ищем палату. Прямо налево до упора. И потом направо. Прямо налево до упора. И направо. Прямо. И прямо, и направо. Пробегаем кабинет. Ну-ка, так это написано? Ну, в принципе, да. Только авторизованному персоналу. Заброс. Картину закинули. Все, символы пошли. Ах ты, так я их не запомнил. Комната Билли. Подписано? Палата, палата, палата. Комната изолятора. Вероятнее всего, что может быть это и есть комната Билли. Подсобка столовая. Так, а символы? Ну я не угадаю, да. Никак не угадаешь? Символы ведь были еще и на двери. Ах ты, так а возможно на двери другие символы? Пробегай. Выжили? Да, возможно на двери другие символы. Другая очередность. FF, то F. FF,
ТОЕФ с тремя палками. ФФТОЕФ. Похоже, только лишь эта комбинация открывает дверь. F. F нормальная, Т. Типа Топси. Ой, это тоже типа... Ладно, О и F. Что-то получилось. Били к нам. Древняя маска. Так, сзади ключа нет. Били к нам. Нет, это невозможно. Мы все еще не доиграли. Где ключик мой? Так, а где секретный ключ? Били схватили, по крайней мере. Йоу. Вы смотрите, что нам дали. Нам дали секретный ключ. Рука из картины вылезла. Вот это у нас сегодня обновление. Кстати, это похоже на крокодила. Только в разрезе. Крокодили ключ получили. Вот это да. А я думаю, где ключ-то? Почему нам Билли его не дает? А он нам его как раз таки дал через картину. Так, нам куда? Просто вниз? Ведь. Просто вниз. Но это легко сказать. Йоу. Чуть не напоролся. Нужен опять-таки антиэксит. Смотрим. И еще нам важно сегодня будет спуститься к скелету. Давайте даже сначала это сделаем. Чтобы посмотреть, так же ли символы идут или нет. Да-да-да, это важно. Это очень важно. Если символы идут по-другому, значит мы секретную дверь открываем тоже по-другому. Скелет. Ой. Клочок бумаги. FF to F. Нет, то же самое. Символы можете просто запомнить. FF to F. Все, запомнили. Применяем секретный ключ. Руки должны быть пустыми. Ах ты хитро. Вот руки пустые, маску на лицо одел. Такие раз. А, так это прохождение будет у нас финальное. Впервые открыли данную дверь. Идем через подземелье. Видим деревянный гроб. Но явно не для нас. Скорее всего, знамя, дверь закроется. А вот деревянный гроб для нас уже. Так это плохая концовка? Да, точно, штыри поднялись. Опять-таки, били здесь. Били паук. И попались. Получили секретную плохую концовку. Это конец?